Что это? Воробей. Что это? Отец, я же только что сказал, воробей. Что это? Это воробей, отец, воробей. Воробей. Что это? Почему ты все время спрашиваешь? Сколько я тебе могу говорить, что это воробей? Как ты не можешь это запомнить? Ты куда? Громко. Сегодня я со своим маленьким трехлетним сыном гулял в парке, и перед нами сел воробей. Мой сын спросил меня 21 раз, что это? И я ответил 21 раз, что это воробей. Я обнимал его каждый раз, а он спрашивал меня снова и снова. И я вовсе не сердился на своего маленького любимого мальчика. Некий мирянин сказал старцу: «Батюшка, родители мои все плачутся да бормочут. Видно, от старости ум за разум заходить начал. Как мне переносить это, не отправит ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, брат, трудно», — покачал головой старец. «Но вспомни, когда ты был в люльке, ведь тоже день и ночь хныкал и большим умом не отличался. А отец с матерью тогда брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. И скорее бы с жизнью расстались, чем с тобой».